Подпишитесь и нажмите на колокольчик. Приветствую, мои друзья, подписчики, а также зрители. Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Сегодня речь пойдет про защиту лампочки. Для защиты лампочки будем подключать термистор и подключим лампочку в сеть 220 вольт. Как вы думаете, что произойдет? А произойдет то, что мы ожидали. В начальной переменной ток будет немного отличаться, и как только термистор нагреется, он пропустит основной ток. И тем самым защищает нить накала. Нить накала лампочки в холодных помещениях бывает холодной. И чтобы нить не перегорел, надо пропустить сперва небольшой ток, как раз с этим справляется термистор. Давайте расскажу немного о термисторе. Полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от его температуры. Простыми словами, когда на термистор подаем напряжение, он немного греется, и сопротивление уменьшается, в начале сопротивление большое. Также надо учитывать пропускаемость, переменный ток. Что означает эта цифра в начале? Это сопротивление в омах. В нашем случае это будет 3 Ом, а это указывает диаметр диска, в нашем случае это 20 мм. Можно и на светодиодные лампочки подключить, если там нет термистора. Здесь не имеет значения, как подключит, к фазе или к нулю. Наверное, у вас возникает вопрос, можно ли подключить к автомобильному лампочке? В принципе, можно. Но надо учитывать ток пропускания и напряжение, на которое он нагреется и уменьшит сопротивление. А также, термистор можно нагреть принудительно, например, преподнести корпусу нагретой жало паяльника. Если подключить резистор, что произойдет? Мощность лампочки уменьшится в зависимости от сопротивления, и на этом участке будет падение напряжения. Здесь надо рассчитать мощность резистора. А если подключить конденсатор, мощность лампочки уменьшится, в зависимости от емкости. Если нет нужного номинала, можно последовательно подключить термисторы. Последовательное соединение лампочек. При таком соединении ток уменьшится два раза, это сопротивление холодного нити накала. Через миллисекунд сопротивление возрастет, но мощность все равно будет два раза меньше. Здесь некоторые расчеты, если вам необходимо что-то рассчитать. На этом все. Я с вами прощаюсь, пока.